Всем привет! Хочу рассказать про машину, стиральную машину Candy Smart. Видео снимается для канала «Все о стиральных машинах». Основные характеристики такие у ней. 5 кг загрузки. Размер очень компактный, 40 см на 60, то есть она влезает в самую-самую маленькую крошечную ванную комнату, как наша, например, моя. Энергоэффективно, то есть у нее класс потребления энергии А+, значит, она будет вам экономить денежки. Также потребляет мало воды, 45 литров. Давайте посмотрим, как она у нас работает, как и все машины. Сюда порошок загружаете, выбираете программу, тут их просто очень много. Основные — это белый хлопок. Ежедневная стирка, вот 59, вот так просто крутите, на 60 градусов она стирает. Вот тут показывает температуру, обороты, нажимаете вот тут старт, или паузу, старт, и она у вас стирает. Что интересного по программам? Вот Экомикс, 20 градусов, возможность стирать разные ткани вместе, синтетику, хлопок и цветные при температуре 20 градусов, и все, у вас ничего не полиняет и быстро постирается. Пользуюсь часто быстрой стиркой 30 минут и пользуюсь программой детская одежда на высоких температурах 60 градусов. Все прекрасно, просто отстирывает. Она бесшумная, что является плюсом. Есть отсрочка стирки на 3-6-9 часов. Можете поставить, нажать старт, она у вас заработает через 3 или 6 часов 9. Очень удобно ночью использовать, по энергии меньше тратится, так как другой тариф ночной. Утром встаете, у вас все постиралось. Какие еще плюсы в ней есть? Это то, что она за 2 года не сломалась. Бесшумная, компактная, имеет приложение Smart Touch. Оно используется для управления с телефона. Скачивать нужно на Apple Store или Google. Соответственно, из этого она называется Smart. Но я ей не пользуюсь программой, все по старинке делаю. Вот. Впрочем, я очень ей довольна и не согласна ее променивать ни на какую другую машинку. Особенно учитывая, что она недорогая, экономичная и бесшумная. Еще раз напоминаю, что видео снималось для канала «Все о стиральных машинах». Ссылочку на машинку я оставлю в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.